Три ледокола выстроились вдоль набережной лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге и начали принимать экскурсии в рамках проведения фестиваля ледоколов. О судах посетителям рассказывают члены экипажа и курсанты морского технического колледжа. Одним из пунктов программы фестиваля является вальс буксиров. Сегодня суда пройдут перед Благовещенским мостом, выпуская вверх струи воды. Фестиваль ледоколов проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года.